как убирают улицы. Сейчас вот 11 утра, торговая плаза, тут несколько человек выходят вот с таким инструментом и убирают мусор. Потом сколько платят за такую работу, просто ради любопытства. Мы видим жилой комплекс американский. У каждой семьи вот такой большой огромный дом. Тут уже отличия есть. Мы привыкли в России в девятиэтажки, пятиэтажки, ну еще более многоэтажные дома. Здесь вот в каждой семье вот такой домик большой. Тоже похоже, конечно, друг на друга, но конечно, на каждого человека не 7 метров, не 7 квадратных метров далеко. Но это вот территория за магазинами, за всеми этими офисами, но тем не менее тут должно быть все чисто. Аккуратненько подстриженные кустики. Все чистенько. Hello, are you from Mexico? Yes. А how long your work day? Yeah, I work in here. When you started? Very by early. 6:30. 6:30. You when finish? Here finish in 30 minutes. Mm-hmm. Yeah. Yes. Have a good day. Have a good day. Good day. Там в конце наша стоматологическая клиника, в которую мы приехали. Вот, как я понимаю, как бы рекламный щит, где написано все, что здесь находится, все вот офисы, все компании, которые здесь вот находятся вот на этой плазе. Здесь вот Monarch Dental, стоматология. Дальше там идут другие заведения, здесь вот и магазинчики, там здесь вот дорога,
там вот виднеется Walmart, грандиозный Walmart. Там мы еще увидим магазин. Дальше идут уже знаменитые американские марки. Все чистенько, все беленькое. Такое ощущение, что возьмешь платочек беленький, носовой, проведешь по вот этому асфальту, и он останется такой же беленький. Продолжается уборка. Мы видим со всех сторон несколько человек работают. Вот такой отсюда здесь вид. Ну я жду дочь, там ей пломбируют зубки. Вот гуляю, пока смотрю здесь вокруг. Сегодня у нас 30-е. Ну, сегодня, в общем, понедельник. Понедельник, 30 сентября. По-моему, 30-е. Еще ряд, не знаю, то ли куда мы ресторан. Может быть, возможно, салон маникюрный. Аккуратненько мусорный бак стоит, ничего не валяется вокруг. Вот как выглядят парковочные места для инвалидов. Везде, везде, всегда не забывают без инвалидов занимать эти места. Другим автолюбителям запрещено строго. Всем пока, до новых видеовстреч.